1200 новых доз вакцины «Гамковитвак» доставят на Камчатку. Препарат распределят между медучреждениями края. С начала массовой вакцинации от COVID-19 на полуостров привезли более 50 тысяч доз вакцины, рассчитанные почти на 42 тысячи человек. Прививают от коронавируса тремя препаратами – «Гамковитвак», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Все они двукратного введения. Пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках края. На полуострове работают 23 стационарных и 11 мобильных пунктов, два из которых открыты в торговых центрах Петропавловска, Шамса и Галант Плаза. По будням они открыты с 15 до 19 часов, а в выходные с 11 до 17. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Отметим, записаться на иммунизацию можно через портал госуслуги или по телефону горячей линии 122. Вакцинацию могут пройти люди старше 18 лет. Иммунизация бесплатная и проводится на добровольной основе. Тем временем редакция «Масс-Медиа-Ньюс» решила узнать, а как же к прививке относятся сами камчатцы. По медицинским показателям нам пока нельзя делать, а так, ну, прививки же делали до этого раньше. И как-то нормально же жили. А тем, кто больше контактирует с другими людьми, чтобы других поменьше заражали. Мойте руки, делайте прививки. Я еще не прививалась, у меня болезнь с крови. Вот пойду к гематологу, спрошу, если можно. Кардиолог мне разрешила, после у меня инфаркт был, операцию делали. Она разрешила. Еще гематолог что мне скажет? Обязательно привьюсь. Это ж вирусы. Можно ж через год опять заболеть. Поэтому, естественно, надо прививаться. Я считаю, что это нормальный выход из положения. Но я, правда, сам не привился, ну, потому что переболел. У меня антитела уже есть. Нет, не хочу. Сколько дано жизни, столько нет. Не хочу делать. Не хочу быть подопытным кроликом. Я устала от этого ковида. Устала от него, потому что я переболела. А сейчас я не знаю, лететь мне надо в этот. Надо делать. А что делать? Делайте, девочки и мальчики. Я хожу без маски, никаких проблем. Ну и, наверное, иммунитет неплохой. Потому я счастлив. Если у тебя хороший иммунитет, это не обязательно делать. Вот, поэтому я считаю, это правильно. Я не планирую, потому что я и не болел, и не собираюсь болеть. Во! Надо обязательно прививаться, чтобы не болеть. По состоянию на 9 июня на Камчатке COVID-19 официально заражены или уже переболели 14 781 человек. Прирост за сутки составил плюс 11. В стационарах края развернуто 325 ковидных коек. Из них 249 заняты. За сутки госпитализировали 40 пациентов. Ковидной пневмонией болеют 179 человек. За все время пандемии в крае выздоровели 14 082 пациента, из которых один за последние сутки.